Многие люди жалуются, что несмотря на соблюдение диеты, вес не уходит. Основная причина этого состояния состоит в том, что плохо начинает работать кишечник. Это реакция на изменение питания. И, в принципе, это нормально. И для того, чтобы добиться снижения веса, то есть вы должны стимулировать работу кишечника. Итак, как он должен работать? То есть вы должны знать, что сколько раз человек принимает пищу, ровно столько раз человек должен ходить в туалет по-большому. Если этого не происходит, никакого снижения веса не произойдет. О способах, как нормализовать стул, информация будет в следующих роликах.